Мне интересно было даже в каком-то ретроспективном таком своем понимании когда-то вот эти материалы. Потому что, понимаешь, я оказался в момент какого-то такого, ну, довольно-таки интересного рубежа. Давай мы тогда запишем аккуратненький такой блок, аккуратный. А мы сейчас немножко на него понамекаем. Вот, а вот, я уже включил. Записываю. Я тебе серьезно говорю, чтобы ты был в курсе, то есть записываю. Значит, смотри, какая интересная история получилась с этими ризоморфными. Казалось бы, меня немножко, ну как, разочаровало и ставило какой-то такой большой вопрос. Вот эта тема, например, вообще. То есть перелил из бутылки в бутылку. И получается, вот этих всех 5 лет, которые я вот колдовал над этими всеми делами, и получается все как просто. Ты взял у меня бутылку и разлил ее там на 500, понимаешь, и получил там тонны этого мицелия. И вот реально смотри, что произошло. Ты вот как только мне сказал за эту тему, вот за ризоморфный, прихожу я в лабораторию, у меня осталась бутылка после посева, в которой осталось там, ну, немножечко там на дне. И смотрю, короче, на дне плавает какая-то вот субстанция, которая реально не похожа на инфекцию. Ну, в процессе, скажем, посева допускаем любую возможность. Например, мы инфицировали, то есть там начался какой-то другой процесс. Она не похожа на обычный мицелий. И вот что-то там вот растет. И гелеобразное какое-то тело. Значит, что я смотрю? Я вот с этой бутылкой, я ее... Ну, бутылки позволяет. Это возможность. Вот чашки Петри есть, да? А есть очень хорошая лабораторная посуда. Это бутылки из-под 0,5 водки. Обалденная штука, я тебе серьезно говорю. И по содержимому, первичному, скажем так. И в то же время вот по использованию. Значит, смотри, что я сбрасываю? Я сбрасываю вот это содержимое. То есть, ложу на бок, приклеиваю его к стенкам и ставлю посмотреть. Что дальше из этого будет происходить. И вот наблюдаю, что это желеобразное тело, оно имеет ну, какие-то свойства, там общее впечатление похожего на мицелий. Я вижу, что это не инфекция, это не постороннее тело, это тот же мицелий, который там был. Но я вижу, что вот эти свойства вот у него действительно похожи на ту ситуацию, когда года 3 назад, я тебе расскажу, я покупал когда мицелий, когда я еще не делал своего, то получалась такая ситуация. Мы садили грибы, знаешь, вот делали все как обычно, там какие-то технологии там, и вот, и в результате у нас получалось день 30, 35, 40. Все обалденно. Блок уже просто, он разрывает вот эту пленку, а вот урожая не дает никакого. Теперь смотри, чем интересна сама тема вообще, вот то, что мы размышляем. Мы говорим вообще о это космической ценности вообще материал, чтобы ты понимал. Космической ценности. Потому что это исследование где-то на уровне, ну, скажем так, какого-то серьезного института, или как бы сказать, понимаешь, потому что это опыт человека, это пройденные вот эти года, это анализ, и эта тема, я тебе реально говорю, что это, мы говорим о колоссальной ценности материала. Ну, материале, имея в виду анализ вот, это, вот того, что происходило, что я уже вынес из своего опыта лично. Понимаешь? Вот. И значит, что получилось с этим ризоморфным? На бутылке. Вот. Дальше он поставил еще вопросы. Ну, естественно, оставили там, ну, будем смотреть, будем наблюдать, что он делает. У него есть возможность трансформации. Он может превращаться из одного в другой, то есть вынимая какой-то материал для своего жизни там и производства, он вынимает из цели. Но еще интереснее, на дне осталась эта вода. Я тебе серьезно говорю, это в плане, вот мы как с тобой как научный сотрудник с научным сотрудником встретились. Смотри, вот у тебя на дне остались клетки, естественно. Я в этой цели находился, а этот слой, который был более мелкий, он безъядерный, это пучки этих... Отлично, я понял. Они высасывали
Я понял, Руслан. Слушай, смотри, что делаем. Сейчас я иду в лабораторию. Сейчас я принесу тебе бутылку. А то мы говорим о каких-то эфемерно, знаешь, каких-то фантастических вещах. Сейчас я тебе принесу бутылку. Этот материал, ты понимаешь, я просто, ну, где-то 2 недели сгораю просто над этим всем, потому что это меня просто, ну, не могу тебе объяснить всю глубину вот этой задачи и вот этой вещи, с которой я вот столкнулся. Ну, как, не, это не проблема. Это просто научное место, в котором я оказался, понимаешь? Я просто пробую как-то его осмыслить. И реально даже... Мне вопрос волновал, знаешь, какой? Дело в том, что ядра и органеллы, они, как бы можно сказать, путешествуют. Они могут передвигаться, но у меня еще один вопрос. Я понял, Руслан, сейчас секундочку, давай мы секунду. Сейчас, на секунду, я прерываю вот это видео. Я схожу сейчас в лабораторию. Или вообще туда перенесемся, может, там пообщаемся? Давай. Нет, или здесь. Ну, неважно. Я тебе сейчас покажу бутылку, как она выглядит. И вот на фоне, ну, или с этой бутылкой, вот мы тогда пообщаемся. Ну, это я здесь серьезно тебе говорю, это стоит. Сейчас, секундочку, я перезваниваю. Алло, алло. Алло. Да-да. Смотри. Ёлки-палки, это...
прикольно получается. Ну ладно.